В нашей студии доктор, очень необычный доктор-клоун. В городе его знают как клоуна Алекса. Как давно клоун Алекс стал доктором-клоуном? Здравствуйте. Давно. Это еще было больше 20 лет назад, когда мы были студентами эстрадно-циркового училища. Мы приходили, работали в санаториях, работали дома ветеранов сцены. Мы работали для детей. Также, когда у нас были гастроли за рубежом, мы работали за рубежом, именно в палатах. Работали для тяжелых деточек, деточки, которые лежат. Вот. А сейчас я очень рад, что в городе видно. У меня есть моя практика. Практика доктора, доктора-клоуна. И я лечу детей с мехотерапией. Как давно в Видном вы практикуете терапию? Это месяц, ровно месяц. И я очень благодарен тем людям, которые помогли мне, чтобы эта программа существовала. Что за программа? Немножечко подробнее о ней расскажите. Программа доктора-клоуна состоит из чего? Это значит, чтобы у детей было хорошее настроение. Чтобы дети с помощью смеха выздоравливали, чтобы у них было улучшение. Ведь смех продлевает жизнь. Смех заставляет людей улыбаться. Да что вы говорите? Конечно. Детки не боятся никаких уколов. То есть вы работаете непосредственно в отделении, там, да, где дети лежат? Да. Да. Мы сначала приходим в отделение, там, где детки вот уже готовятся к выписке. Мы с ними здороваемся, делаем небольшую программку, а потом идем по палатам. Говорим: здравствуйте, я доктор-клоун, как вы себя чувствуете? И они говорят: я совсем-совсем здоров, я на выписку готов. Программа была под угрозой срыва. Мне помог замечательный человек Иван Петрович Самолин. Большое ему спасибо. Большое спасибо администрации Ленинского района, районный отдел молодежи. Так что большое спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Расскажите, доктор-клоун, о особенностях вашей терапии. Чем вы вызываете смех? Покажите что-нибудь. Вот специально для вас. Улыбайтесь. Будьте счастливы. Всего вам самого, самого хорошего. Правильно. Спасибо. А вы принесли с собой фломастеры? Да. Я предлагаю вам телеканалу «Видное ТВ» нарисовать. Вы берете ручку, ставьте ручку. Так. Это тоже терапия. Это терапия. Ставьте Можно ручку. Взять фломастер. Берите любого цвета фломастер. Так. Рисуем. Руку. Да, рисуем руку. Обводим пальчики. Так. Что это будет? Это у нас будет осьминожек. Нарисовали. И напишите одно слово: выздоравливай. Здесь. Здесь. Большими буквами. Выздоравливай. Так. И вот уже ваш канал, и вы приняли участие в акции под названием «Выздоравливай». Я желаю нашим мальчикам, нашим девочкам выздоравливать. И не никогда болеть. Не болеть. Я думаю, болеть. Меня поддержат все мои коллеги. Это мы обязательно передадим вместе с вами в нашу больницу детскую. Подпишите «Видное ТВ». Хорошо. И я хочу напомнить, что какова метода лечения. Мы можем рассказать вам прямо сейчас. Наша съемочная группа была в отделении. Все подробности в материале. Юлия Погосян. Ну, вообще совсем как ухо. О, нормально здесь. О, нормально все. Пребывание в больнице порой бывает очень долгим и, конечно, скучным. Особенно для детей. Да и обстановка в таких учреждениях не поднимает настроение. А как известно, именно смех и улыбки продлевают жизнь. Но как заставить себя не унывать? Рецепт есть. Доктор-клоун. Приходит клоун, говорит: здравствуйте, выздоравливай. Вот тебе подарок, улыбнись, все нормально, все хорошо. И на позитиве получается, что ребенок получает хорошие эмоции, а организм, когда получает хорошие эмоции, способствует к выздоровлению. Это проверено. В Ленинском районе программа «Доктор-клоун» была запущена месяц назад. С тех пор каждую среду клоун Алекс приходит в детское отделение Видновской больницы, чтобы на лицах маленьких пациентов появилась улыбка. Когда клоун приходит, это, ну, как подарок, и сразу все весело становится. 8-летняя Люда находится в больнице уже больше недели. Конечно, за это время девочка успела соскучиться по играм с друзьями. И накануне выписки ее ожидал приятный сюрприз.
Я думала, что он с красным вообще носом будет, а у него только здесь вот белое такое. Ну, вот, здорово уже было. В больницу клоун Алекс приходит не с пустыми руками. Совместно с управлением образования удалось запустить акцию «Выздоравливай», в рамках которой взрослые и дети своими руками мастерят подделки для маленьких пациентов. Здесь скучно, а так поднимает настроение, соответственно, здоровье тоже. Очень милый клоун нам поднял настроение. Благодаря такой славной инициативе здоровых и веселых детей, а значит счастливых родителей, в районе станет больше. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Елена Кошелева, «Видное ТВ».